Ребята, Бабулита и Гренни кого-то держали в подвале. Я сейчас должен узнать, кого. Ушел, черт! Ставь лайк, если ты досмотришь ролик до конца. И напиши в комментарии. Хэштег «Зайду на серф». Погнали! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Игрок Ходор. Сегодня мы играем на сервере Гренни! Прикиньте, недавно открылся сервак под названием Гренни. Это сервер, короче, самой бабушки Гренни. И тут играет Гренни. Прикиньте, я зашел, хотел проверить. И тут реально играет Гренни. Ребят, короче, IP-порт будет в описании. Заходите прямо сейчас, и вы можете приобрести тут антигрифер за 500 рублей. Использовать сет и другое. Блин, это круто! Так, ребята, смотрите, это бабушка. У нее ник Бабуля60. Привет! Так, тут еще одна Гренни, что? Привет, внучок. А ты кто? Так, я простой игрок. Броню сними, бабулька, ты чё, тебя не видно? Внучок, ты кто? Так, две бабушки, походу, они подружки, нифига себе! Ну, проходи! Ладно, окей, я пройду. А чё эта бабка молчит, ребята? Походу, эта бабка, блин, странная какая-то. Стоп! Что такое? Ноги вытри! Ноги вытереть? Ну хорошо, давай. Давай, я вытерю ноги. Блин, странная бабка, ребят. Походу, они вместе гриферят. Вот так, умничка. Умничка? Ну, спасибо, я такой. Вау. Не, ну домик у них реально очень крутой. А ты хорошенький, богатый. Я? Ну да, как бы, у меня есть кит-стар, да? Она заговорила, ё-моё, аллилуйя. Ты добренький. Ну да, добренький, и что? Ну да, есть немного вещей. Это хорошо. Ой, блин, какая-то бабка странная, Бабулита. Ребят, походу, это Бабулита из Gravity Falls. Ё-моё. Опа, что это? Идемте спать. Понимаешь, мы уже старенькие. Старенькие? Ну, и что такого? Спасибо, внучок. Ну да, домик у вас прекрасный. Я не знаю, кто вам построил его, но да ладно. А, блин! Не ходи туда! Не ходи туда? В смысле? Ой, спина, прости, ой-ой. Какие-то странные бабки, ребят. Походу, это новый сервер, и они сразу захватили и взяли себе ники бабульки. Блин, ну этот сервер и так-то бабулин, да? Ребят, если вы тоже зайдете, вы сможете их встретить. Так, бабушки, а где я буду спать, слышите? Ты? Ну да, я. Хм. Слышите, бабки, а вы не грифаки случайно, нет? О, это же моя комната, наверное, да? Спасибо. Мы старенькие, ты чё несёшь? Мы? Да ты что, конечно нет. Ну да, не грифаки, походу. Ложись, спи, внучок. Так, ну ладно, давайте ляжем. Так, всё, я лежу. Так, что-нибудь... Чего? Меч взяла, эй! Блин, встань! Ох, вещички нам нужны. Так, бежим! А, закрыла дверь! Две бабки закрыли дверь! Они тут убьют меня, походу! Блин! Я тут появился, нифига себе! И снова же бьют! Я снова тут появился! Что происходит? Блин, это прикольно, то, что я появляюсь на том же месте, где я умер! Так, идите в задницу! О, тихо! Офигеть, круто, ребят, я тут! Тихо, они меня не заметят, походу! Они, походу, меня не заметят! И я тут, смотрите! Козёл маленький! Так, здрасте, бабушки. О, вы чё меня закрыли, слышите? Выпустите меня отсюда. Внучок маленький, а? А давайте мы включим ГМ сейчас, смотрите. Па, я ГМ включил, ну что? А, что такое? А, глупец. Что такое? Ой, а вы теперь не можете убивать меня, да? А, читер. Читер? Вы что, совсем? Офигел, читак тупой. Вас нужно наказать и сломать ваш домик за то, что вы меня убили. Пошел нафиг, дура! Тупая, убивай его! Его читера! Так, они уже ругаются между собой. А вы не сможете меня убить, потому что я оператор на сервере Гренни. Сама тупая, он не бьется. Карга тупая. Вот это поворот! О! Одна бабушка убила вторую. Что происходит? Так, я им рушу домик за то, что они меня убили 10 раз примерно. Все, прости, бабка.
Что? Ну да, они походу подружки, ребят, эти две бабки. И походу они гриферят вместе. Ну ё-моё, это просто пипец. Я напеку пирогов. Пожалей нас. Может вас забанить, а? О, нет. Нет? А, о, вещи возвращает бабулита. А что такое? Сразу боитесь бана, да? Я женюсь на тебе, только не баню. Что, бабка, ты чё, совсем? Я не буду на тобой на тебе жениться. О, бабулита убила бабку. Пока у них разборки, я сломаю их сундуки. Смотрите. О. Мэри. Брать вещи? Окей, давай заберем вещи. Ага, я не могу их подбирать. Не ломай. О, давайте зайдем сюда. Ух ты, а что за место? Кого тут держали? Ребята, бабулита и Гренни кого-то держали в подвале. Я сейчас должен узнать, кого. Ушел! Черт! Лучше бы пожалел бабок старых. Старых бабок? А вы меня не пожалели. Гренни сделал вам предложение сыграть свадьбу. Что? Гренни, ты что, совсем с ума сошла? Я не буду на тебя жениться. Прикиньте, да, если я поженюсь на Гренни. Ой, я вообще не представляю. Хватит. Не мучай нас. Не мучай, иди с Богом. Так, ладно, бабушки, давайте вы в ряд встанете, да? В ряд вот встанете. И станцуйте мне хардбасик. Ну что такое? Я старая, не могу. Не можешь? Сейчас сможешь, сейчас сможешь. Я тебя забаню, ты как всегда сможешь. Так, смотрите, танцует, танцует. Ай, все, спина моя. Ох, спина болит. Не бань, ты мне мазь купи. Мазь купить? Да вы размечтали. Может, оформить свою квартиру на вас? Для спины мазь. О, спинка болит. Спинка болит, но я не виноват в этом. Эта бабка спряталась где-то, а? А ну-ка, куда она спряталась? Эй, бабка, ты где? Ага. Нет, не будем. Нет. Не будете? А. Смотрите, ребята, какой у них домик. Этот дом находится, наверное, возле спауна. Поэтому, ребят, IP-порт будет в описании. Заходите на Гренни. Серию называется так, прям Гренни Серф, прикиньте. Только мазь купишь потом. Блин, как бы поступить, ребят? Может, их оставить на вас, ребят? Как вы думаете? Вас проверят люди. И я, ютубер, ждите. Нет. Не смеши. Не смешить? О, ребята, она сомневается, то, что я ютубер. Давайте, короче, ребята, вы зайдете и докажете то, что я антигрифер. И то, что вы сможете зайти на сервер, да? А, на версию 1.1.0, 1.1.5, 1.2. Заходите прямо сейчас и проверяйте этих бабушек. И докажите то, что я ютубер, и я позвал вас на сервер. Короче, ребята, IP-порт будет в описании. Прямо сейчас заходите. Вот бабка тут бегает. Походу, они долго строили свой домик. Но бабка пошла куда-то непонятно куда. Уйди от меня! Я гриферить! О, гриферить, да, точно, конечно. Ребята, если она вас загриферит, напишите мне в комментарии, да? Либо ВКонтакте напишите. Все, с вами был я, Игрокодор. Я их оставлю на вас, ребят. Заходите прямо сейчас. IP-порт будет в описании. Все, всем добра, всем позитива. Всем удачи. Всем пока-пока-пока. Ох, внучок, я закроюсь тут. Меня никто не тронет. Хорошо. О, какой маленький домик. Сейчас закрою себя и буду тут сидеть. И меня никто не тронет. Пока-пока. Все, всем пока.